Чем все кончилось в прошлый раз? Что вроде бы мы доказали такую лемму, что если после прочтения У в Эйлер-алгоритме в стеке лежит последовательность Q0, X1, Q1 и так далее, Xn, Qn, то X1, Xn выводит U. То есть из того, что в какой-то момент находится в стеке, всегда выводится то, что мы уже прочитали. Поэтому если мы прочитаем все слово, и в стеке будет лежать начальный символ, то значит мы вывели это слово. Но это утверждение, значит, это мы вроде как доказали в прошлый раз, но это утверждение только в одну сторону, при том в простую, что алгоритм не делает никаких некорректных шагов. Всегда гораздо сложнее доказать, что алгоритм выводит в точности все, что он должен выводить. Поэтому докажем следующую лемму. Значит, сейчас у нас была лемма, что если стек какой-то, то существует вывод. Значит, следующая лемма должна быть: если есть вывод, то существует стек. Ну, давайте, значит, это запишем. Предположим, что у нас есть вывод. Выводы у нас все правосторонние, при этом мы всегда отслеживаем, в каком именно месте сейчас у нас происходит вывод. Значит, у нас выведено первое m символов, потом тот символ, который мы сейчас разбираем, потом выведено еще какое-то слово. Потом в этом месте мы применили какое-то правило. Но это правило, оно как выглядело? Мы применили эту штуку, создав еще сколько-то символов стека, а потом еще что-то, что нас не интересует. Значит, мы применили такое правило, получили x1, xn, бету, v2. И после этого уже выводим оставшуюся часть слова. Значит, из бета выводится v1, то есть бета вывела v1, это можно здесь написать, а потом вот это начало слова вывело u. Ну и вот это все слово W, которое выводится в грамматике. Значит, я написал структуру, по сути, произвольного вывода, то есть я выделил в выводе какое-то правило, и посмотрел, какие части слова выводятся из того, что возникает во время этого правила или возникло до него и так далее. Вот, и вот здесь отмечено, что из x1, xn, в частности, выведено u. Но, значит, если есть вот все, что здесь написано, то после прочтения u в какой-то момент стек будет состоять, собственно, из x1, xn. Ну, то есть в стеке будет написано состояние q0, x1, q1 и так далее, xn, qn. То есть вторая лемма — это в точности утверждение, обратное к первому, но поскольку мы рассматриваем выводы только правосторонние, то вот тут понадобилось записать так сложно, что нам нужно рассмотреть именно какой-то конкретный шаг правостороннего вывода. Окей, значит, давайте докажем эту лемму. Надеюсь, что доказательство будет не сильно длиннее ее формулировки. Как доказывать? Ну, как все, доказываем индукцией. И здесь докажем индукция по длине вывода x1 и так далее, xn в u. Ну, база индукции тривиальная, что вывода вообще нет. Но я здесь буду считать, что если у меня x1, xn в точности совпадает с u, то вывод все равно имеет ненулевую длину, если u не пусто. То есть надо, наверное, записать, что тождественные шаги
считаются. Ну, то есть, если я вывел там ABC в ABC, то я потратил 3 шага. Имеется это в виду. Поэтому база у меня совсем простая. Я вывожу пустое слово из пустого слова. Все остальные выводы, они не пустые. Значит, база x1, xn равно эпсилону. U равно эпсилону. То есть, получается, что мне говорится? Что в какой-то момент работа алгоритма. Я прочитал эпсилон, и в стеке у меня не лежит никаких x1, xn, то есть лежит только начальное состояние. А, значит, ну тогда можно взять начальное состояние алгоритма. В самом начале алгоритма в стеке действительно лежит только состояние q0. То есть база утверждение выполняется в начале алгоритма. Нужно доказать, что в процессе дальнейшего вычисления алгоритма возникнет ситуация, соответствующая вот этому выводу. Значит, нужно делать шаг. В шаге, как всегда, разбираем два случая. Либо последний символ — это буква, тогда у нас делался перенос как бы. Либо последний символ — это вспомогательный символ, тогда делалась свертка. Значит, первый случай — x1 — это буква, а из сигма. Вот, что здесь нужно сказать? Значит, можно записать, что значит, после, значит, тогда у нас имеет вид у штрих а, потому что просто последнюю букву мы скопировали из x1, xn в u, не делая никаких содержательных шагов вывода. Можно применить предположение индукции, q'. По предположению индукции в стеке после чтения u' будет лежать то, из чего этот штрих выводится. То есть q0, x1, q1 и так далее, xn минус 1, qn минус 1. Ну, здесь надо написать, что x1, xn минус 1 выводит штрих. Окей. Значит, что теперь нужно сказать, что теперь хочется сказать? Хочется сказать, что в состоянии qn минус 1 я могу выполнить перенос буквы А. То есть в состоянии qn-1 буква А приводит к переносу. Тогда бы было все хорошо. Но с чего я это, собственно, взял? Может, там пока по букве А написана свертка, и тогда ничего не получится. Или ничего не написано. Но мы пока никак не пользовались тем, что у нас есть вот такой длинный вывод. Значит, рассмотрим шаг вывода, на котором выводится буква А. Поскольку вывод правосторонний, вывод можно переписать как? Был S-штрих, потом выводились какие-то первые p букв, от вот этого вот той штуки, которая сейчас, ну, в общем, от той штуки, которую я хочу положить в стек, из которой выводилась u. Потом выводился какой-то символ b. Потом выводилось какое-нибудь слово, пусть оно будет называться w3. И после этого я сделал шаг, значит, x1 и так далее, xp, xp и так далее, xn минус 1, буква А, потом какая-то это, неважно какая, потом W3, потом все остальное. То есть я записал тот же самый вывод, но выделим тот момент, на котором создается вот эта буква А маленькая, она же символ xn. На каком-то шаге она должна создаваться.
Поскольку вывод правосторонний, то, то этот шаг имеет именно вот такой вид, а никакой другой. Вот. Но это надо объяснить, это надо было бы разобрать чуть подробнее, но я это пропущу. То есть мы гарантируем, что не будет сверток, потому что первый раз это символ B. Да. Окей, значит, рассмотрим вот эту, рассмотрели вот этот вывод. И этот вывод, он похож на те выводы, которые у нас возникают в определении допустимой ситуации. Значит, из вот этого вывода по определению допустимой ситуации следует, что ситуация B в X1P, значит, вот здесь мы применяли правило. B раскрылась в xp плюс 1 и так далее, xn минус 1, а это, значит, ситуация, в которой написаны x с p плюс 1 по n минус 1, потом стоит точка, потом буква А, потом это, какая-то буква С, даже неважно какая сейчас. Значит, ситуация такого вида лежит в множестве допустимых ситуаций от активного префикса x1 и так далее xn минус 1. Это я просто написал определение допустимой ситуации. Теперь что дальше? Какой мне прок от того, что эта ситуация допустима? Я вспоминаю, что qn минус 1 состояние состоит из ситуаций, которые допустимы для того, что под ним лежит в стеке. То есть, значит, по какой-то лемме, которую доказывали в прошлый раз. Ну, там, по лемме о стеке Эйлера-алгоритма. Нет, мы как раз пользуемся этой леммой. Там у нас просто было, что если стек имеет такой вид, то куитая — это в точности допустимая ситуация от того, что лежит до нее. Вот, такое было. Соответственно, по этой лемме мы можем записать, что вот то, что я написал справа, то есть ситуация xn минус 1, точка А, это С лежит в QN минус 1. Ну, потому что QN минус 1 состоит в точности из ситуации, допустимых для такого активного префикса. Значит, оно там лежит. Что из этого следует? Что в QN минус 1 по А выполняется перенос. Потому что вот такая ситуация приводит к команде «перенеси А». Если следующая за точкой алфавитный символ, значит, этот алфавитный символ в данной ситуации можно переносить. Поскольку у нас мы работаем только с грамматиками, где таблица не содержит конфликтов, значит, у нас этот перенос — это однозначное действие. Все хорошо. Значит, первый случай разобрали. То есть еще раз, мы доказали, что если у нас последний шаг вывода это просто копирование буквы, то мы действительно последним шагом в алгоритме можем сделать перенос. Алгоритм это допускает. Окей, значит, мы разобрали один случай, нужно разобрать второй. Да. Почему B выводится и... Нет, это не... Смотрите, рассмотрим тот шаг, на котором выводится A. Этот шаг действительно можно расписать вот так, потому что вывод правосторонний, мы только их рассматриваем. Единственное, что здесь нетривиально, это то, что на этом шаге выведется в точности xn минус 1. Но... Смотрите. Сейчас. Если бы xn
сейчас. Ух. Или это даже не очевидно? Сейчас. Почему мне кажется, что... В этом случае сила, которая окажется на месте того, что это должно вести к центру, просто сам станет X каким-то, и будет старать силу от X до него, и А последней. Но после тогда необходимость раскрывать дальше. Сейчас. Так. Сейчас. Так. Секунду. Нет, мы это не можем сказать. Нет, мы сейчас никак не пользуемся, что мы вот здесь этот вывод так красиво расписали. Я хочу именно, значит, нужно воспользоваться этим. Смотрите, если так, вот если вот здесь m не равно сейчас. Не-не-не, а может быть вот здесь m и n равны, и тогда все пусто. M и n. Смотрите, вот. Сейчас. Так. Так. Секунду. Сейчас. Если вот эта буква А возникла ровно... Короче, если... сейчас. Если m не равно n, то вот эта буква А возникает как раз вот на этом шаге. И тогда все хорошо, потому что мы так обозначили. Тогда xn минус 1 — это действительно предыдущий символ в стеке. Если буква А возникает не на этом шаге... А этот шаг как раз таки и показывает, как мы выводим какие-то символы до xn. Иначе этот шаг просто некорректно выделен. Сейчас. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Означает, возможно, что это ровно тот шаг, который выводит какие-то последние иксы. Может быть, там могут быть пустые. Тогда мы предыдущий шаг в качестве нашего шага возьмем. Мы же берем каждый шаг, который выводит какие-то иксы. Вот вы что говорите. Согласен. Тогда, получается, мы не говорим, определяем. Не-не-не, нормально. Все нормально. Да, вы правду говорите. Значит, нет, подождите, но все-таки в условии леммы у нас может быть m и n равны. И тогда это не тот шаг, на котором мы ввели xn. Да, но мы рассмотрим тот шаг, на котором вводится ровно xn. Рассмотрим тот шаг, на котором вводится ровно xn. А я это и пишу. Да. Значит, m не равно n, просто по данному смыслу. Окей, сейчас. Смотрите, если xn вводится ровно вот на этом шаге, то все хорошо просто потому, что у нас такие обозначения. Если xn вводится на более раннем шаге, на этом шаге мы раскрываем символ А. Значит, все, что левее него, мы никогда не раскрывали. Значит, то, что левее него, остается в том виде, в котором оно появилось. Если у нас вот здесь перед А оказалось xn минус 1, значит, xn минус 1 там уже было, когда оно появилось. А появилось позже. В смысле позже? А оно появилось раньше, потому что, опять же, левее вот этой А маленькой не могло быть никаких раскрытий, потому что мы потом раскрываем А большое, которое находится правее. Да. Нет, ну, короче, вроде действительно следует из правой сторонности. Вот здесь, короче, здесь надо порисовать картинки. Но... Что-то не хочется это делать. То есть самого себя я, короче, убедил, что там ошибки нету. Можно двигаться дальше. Да, можно двигаться дальше. Значит, в этом случае, в следующем случае не будет таких спорных моментов. Надеюсь, по крайней мере.
Значит, второй случай. Последний шаг вывод. Но вы вообще отслеживаете? Спасибо за вопрос, потому что тут легко в какой-то момент себя убедить, что все очевидно. Нет, в этом нельзя себя убедить, что все получается. Так, последний шаг. Рассматриваем вывод из x1 в xn в u. Этот вывод тоже рассматриваем, правосторонний вывод, значит, последний шаг трогает xn. Если xn буква, то он ее просто копирует, а если xn не буква, он ее раскрывает. Значит, вывод имеет вот такой вид. А потом выводится u. По предположению индукции. А после чтения u в стеке лежит вот эта штука, которая написана здесь. То есть q0, x1, q1 и так далее, xn-1, qn-1, y1, так, qn-1, y1, q1 штрих, ys, qs штрих. То есть штрихованное — это состояние, которое соответствует y-кам. Окей. Что мы дальше, значит, в этом состоянии нам хочется выполнить свертку, которая свернет y1, ys в xn. Нужно доказать, что эта свертка здесь допустима. Значит, нужно посмотреть на следующую букву и убедиться, что она в таблице Эйлера-алгоритма дает свертку. Опять же. Эйлер-1. Эйлер и Эйлер-1 — это синонимы в данном случае. Так, рассмотрим тот шаг, который вводит YS. Сейчас нам проще, потому что мы сами этот шаг расписали. Соответственно, наш вывод имеет вид. Вначале рассмотрим правосторонний вывод, в котором вводится Y1 и YS. Значит, XN в правостороннем выводе мы начнем трогать ровно вот в этот момент. Следовательно, у нас вывод имеет вид S' в X1 XN, V1 V2. Дальше один шаг делается. X1 XN-1. Y1, YS, V1, V2. И здесь применялось правило. Здесь dn-1, здесь dn-ного. Xn в Y1, YS. Это опять переписанный вот тот вывод, но сейчас, слава богу, понятно, что это переписывание применяется вот к этому шагу. Окей. Рассмотрим вот этот вывод. По определению допустимой ситуации. Что можно записать? Что xn в y1, ys, буква b, лежит в множестве допустимых ситуаций от того, что вот здесь написано в стеке. Так, это надо на новой доске написать, а то мест не хватит. Слушай, писать много еще. Так, значит, по определению допустимой ситуации, что-то сейчас где-то будет лежать. Ну ладно. До конца стирать не буду. Так. По определению допустимой Эйлер-ситуации. Ситуация вида xn в y1, ys. Точка в конце. Дальше буква b, где b лежит в множестве first от v1. Ну, это первая буква того, что стоит справа. Значит, действительно, first от v1. First от V1, V2. Что? Почему у вас не пустые строки получаются? Какие? V1 и V2. А даже если они пустые, мы от них можем посчитать first? Нет, я просто взял first от всего, что написано дальше, так что все нормально. Значит, вот такая ситуация. Она лежит в множестве допустимых ситуаций от того, что сейчас лежит в стеке. X1, Xn,
Дальше y1, xn-1, дальше y1 и так далее, ys. И опять же, вот эта штука совпадает с QS штрихованным. Значит, в QS штрихованном у меня выполняется свертка по вот такой букве B. Осталось понять, годится ли мне эта буква B. Сейчас. Осталось понять, годится ли мне эта буква B, чтобы сделать свертку в том реальном слове, которое мне пришло. Да вроде годится. Потому что у меня следует... Значит, я прочитал все слово U, раз я его вывел из вот этой штуки. Значит, дальше справа у меня буква, у меня первая буква V1. Ну, либо конец строки, если вот это все пусто. Значит, дальше у меня первая буква, первая буква из V1, V2. И я говорю, что по первой букве из V1, V2 я вообще-то могу делать свертку. Ну, прекрасно. Значит... Да-да-да, но свертка делается заглядыванием на первую следующую букву, но ее не читает. То есть из вот этого следует, что по следующей букве входа можно сделать требуемую свертку. Все. Значит, опять следующий шаг алгоритма допустим. Значит, по сравнению с мучительно по сравнению с леммами о корректности алгоритма, которые, собственно, привели к вот этому утверждению, которое мы мучительно доказывали, вот эти две леммы оказались относительно простыми. Так что сейчас получается, что мы можем наконец доказать теорему, что Эйлер-алгоритм корректен. То есть мы доказали, что в стеке всегда лежит, из того, что лежит в стеке, всегда выводится то, что прочитали. И если мы что-то прочитали, то в стеке в какой-то момент будет лежать то, из чего это выводится. Ну, давайте применим это к теореме. Ну, точнее, применим это к последнему шагу алгоритма и убедимся, что все хорошо. Так. Теорема. Эйлер-алгоритм. По таблице, построенной по грамматике G. Грамматике G. Распознает точности L от G. Доказательство. Ну, первый шаг. L от алгоритма подмножество L от G. То есть нужно взять произвольное слово из распознаваемого алгоритмом и проверить, что оно лежит в грамматике. Значит, давайте проверять. W распознается алгоритмом. Что это значит? Что после чтения W в стеке лежит Q0, x1, q1, xm, qm. Причем в qm применима команда accept. Пока я ничего не делал, я просто написал, в каком случае алгоритм завершается. Что?
что я прочитал слово, дальше конец строки, и мне текущая ячейка таблицы говорит accept. Следующий шаг. Нужно разобраться, почему она говорит accept. Нужно вспомнить, как мы определяли alert-таблицу. Это означает, что в S-штрих, что ситуация S-штрих, S точка, конец строки, лежит в QM. Accept определяется ровно по такой ситуации. Следующий вопрос. А откуда она там взялась? Значит, а как можно получить вообще, откуда у нас берутся, значит, каждое состояние, оно либо начальное, либо получается по go-to из какого-то предыдущего состояния. Это состояние не может быть начальным, потому что в начальном состоянии не бывает таких ситуаций. Значит, отсюда следует, что QM — это go-to по QM-1 S. Ну, потому что каждое состояние вот в стеке LR-анализатора, оно получается по go-to по последнему символу из предыдущего. Значит, QM — это go-to от QM-1 S. Отсюда следует, что XM — это на самом деле S. И кроме того, отсюда следует, что ситуация, предшествующая вот этой, то есть S' в точка S, конец строки, лежит в QM-1. Вопрос, откуда она там взялась? Такая ситуация, она не может получиться по замыканию, потому что S-штрих никогда не стоит в правой части. Такая ситуация возможна только в стартовом состоянии. Значит, отсюда следует, что QM-1 на самом деле равно Q0. Окей, что из этого следует? Что в стеке на самом деле находится Q0, S, Q1. Дальше. Полемия корректности алгоритма. То, что лежит в стеке, выводит то, что мы прочитали. То есть S выводит W. Значит, W лежит в языке с даваемой грамматикой. То есть, получается, первую часть доказали. Значит, еще раз идея доказательства. Мы просто смотрим на стек, понимаем, откуда там взялась принимающая конфигурация. Принимающая конфигурация могла взяться только по go-to, по стартовому символу из стартовой конфигурации. Значит, в предыдущем состоянии была стартовая конфигурация, значит, стартовое состояние Q0, значит, в стеке больше ничего нет. Значит, в стеке лежит только два состояния, между ними символ S. И по лемме корректности из того, что лежит в стеке, выводится то, что прочитали, значит, наше слово выводится из S. А мы этого и хотели. Короче, эта лемма, она в одну сторону оказалась просто, в другую будет не сложнее. Значит, в другую сторону. L от G является подмножеством L от алгоритма. Рассмотрим вывод. S-штрих вывелась в S-штрих. Ну, у нас здесь наполовину стерто условие леммы. Оно где-то вот тут было. Тут до этого было написано, что у нас S-штрих вывелось какое-то X1, потом XM, потом было A, потом была V2, и потом вывелось вот это. Значит, у нас вот такое условие леммы. Мы хотим в обозначениях этой леммы сейчас написать, что S-штрих вывело S-штрих, то есть в данном случае X1, XM пусто. V2 тоже пусто. Дальше сделали один шаг вывода, вывели S. Вот это S, это наше XM, единственное. И это S вывело потом, значит, и это S
потом вывела наши W. То есть мы рассмотрим вывод нашего слова и подгоним его под обозначение этой леммы. В наших обозначениях x, то есть вот здесь m равно нулю, а xn, оно же x1, это s. Значит, отсюда следует, что по лемме 2 о корректности алгоритма в стеке после чтения W будет Q0 S Q1. Что из этого следует? Ну, мы уже почти все доказали. Нужно только доказать, что в Q1 есть команда accept по концу строки. Доказываем. Значит, в Q0, поскольку это стартовое состояние, лежит вот такая конфигурация. Дальше что еще? Дальше, поскольку Q1 по свойству алгоритма это goTo от Q0S, мы доказывали, что в стеке LR алгоритма всегда вот отсюда к этому переходим по goTo по предыдущему символу. Отсюда следует, что ситуация, в которой мы точку сдвинули за S и конец строки, лежит в Q1. Отсюда следует, что в Q1 по доллару возможен accept, потому что у нас определение, что accept пишется в таблицу, когда есть вот такая ситуация. Она там есть. Прекрасно. Все. Получается, что мы доказали полностью теорему про LR-алгоритм. То есть мы доказали его корректность. Пока мы, значит, три лекции доказывали корректность, мы забыли, зачем он нам вообще был нужен. То есть, еще раз, зачем нужен LR-алгоритм? Он применим не ко всем грамматикам. Но к тем грамматикам, на тех грамматиках, к которым он применим, он работает быстро. Что такое быстро? Значит, теорема без доказательства. LR-алгоритм имеет линейную сложность. То есть он работает за время пропорциональной длине строки. Немного про идею этого доказательства. Если сложность, значит, в алгоритме есть переносы, есть свертки. Переносов ровно столько, сколько букв в слове. Сколько сверток априори непонятно. Если там есть эпсилон правило, то сверток может быть вообще сколько угодно. Значит, получается, что здесь нужно доказать, что сверток не может быть слишком много. Почему сверток на пальцах не может быть слишком много? Потому что если подряд идет слишком много сверток, то мы пробегаем два раза через одну и ту же конфигурацию, что бы это ни значило, и алгоритм зацикливается. Следовательно, поскольку алгоритм не зацикливается, а успешно принимает слово, то мы понимаем, что там не было слишком много сверток подряд, значит, он линейный. Но вот эту часть, что если подряд слишком много сверток, то алгоритм зациклится, ее доказать достаточно сложно, там надо какие-то весьма нетривиальные потенциалы в алгоритме строить, поэтому мы к этому даже не будем приступать. Ну, в общем, как бы то ни было, про LR1 алгоритм мы закончили. С алгоритмами вообще все, после перерыва продолжим. На семинарах у вас, скорее всего, уже говорилось про то, что МП-автоматы вообще иногда бывают детерминированные, но, скорее всего, не формулировалось строго, что это значит. Значит, определение. Ну, мы сейчас хотим строго сформулировать и что-нибудь про них доказать. Два перехода МП-автомата
называются конфликтующими. Ну, значит, что значит, что они конфликтующие? Это есть два перехода из одного и того же состояния по, возможно, разным стекам и разным начальным и разным словам в какие-то другие состояния. Знаешь, мы перешли в другое состояние, написали другой стек. Так, сейчас Q2, здесь перешли в Q3, написали стек бета-2. Значит, у нас есть два таких перехода. Они конфликтующие, если первое, U1 префикс U2, возможно, ровно такой же, возможно, пустой, возможно, что-то промежуточное. Или U2 префикс U1. Второе аналогично. Ой, нет, там какое-то не то включение, давайте это словами напишу. Одно из U1, U2 префикс второго. Второе. То же самое для стека. Одно из альфа-1, альфа-2 суффикс второго. То есть, если его не префикс у2, то альфа-1 суффикс альфа-2? Не обязательно. Значит, почему в одном случае префикс, в другом суффикс? Потому что слова мы читаем слева, а стек читаем справа. А теперь что значит, что переходы конфликтуют? Что если один переход конфликтует с другим, то они могут выполняться одновременно. Потому что вы на стеке видите более длинное слово из этих двух, и, на стеке или на входе, и вы не понимаете, а что читать. То ли более короткий U1, то ли более длинный U2, допустим. Или более короткий альфа-2, то ли более длинный альфа-1. То есть если переходы конфликтующие, то в автомате бесполезно надеяться на детерминированность. Там в каком-то, вот в этом состоянии будет обязательно две возможности для определенных слов. Значит, определение. MP-автомат M называется детерминированным. Если в нем нет конфликтующих переходов. Так, теперь в чем, значит, теперь определение, как MP-автомат принимает слова. Казалось бы, оно у нас было, но здесь есть тонкость. Значит, определение. L от M состоит из таких слов W, что из начального состояния по слову W и символу конца строки, а также пустому стеку, мы переходим в какое-то завершающее состояние, слово прочитано, стек по-прежнему пустой, значит, существует Q из множества F. То есть в стандартных обозначениях для MP-автомата мы читаем не просто все слово, а все слово еще с символом конца строки. Это имеет место только для детерминированных MP-автоматов. Зачем нам понадобился символ конца строки? Ну, для того, чтобы распознавать больше языков. То есть я сейчас докажу теорему о том, что мы вот этот символ конца строки ввели не просто так. Значит, теорема. Язык. L, состоящий из слов. А в m-ной, b в n-ной m равно n распознается DMP-автоматом, ну то есть детерминированным автоматом магазинной памяти с долларом, но не распознается без него. Uh,
А почему так? А, значит, ну, первую часть распознается с долларом. Надо нарисовать автомат с долларом. Рисуем. Но в начальном состоянии мы просто читаем все буквы А, кладем их на стек. Ничего выдающегося. Дальше у нас есть две опции. То ли пришел конец строки, то ли пошли буквы Б. Если пришел конец строки, то нам нужно эту букву А счистить со стека и в этом состоянии дочистить стек до конца. Почему завершающее уже равно? Ой, простите. Или n равно нулю. То есть мы распознаем два типа слов. Либо только из ашек, либо с равным количеством ашек и бэшек. Вот сейчас мы распознали ветку, которая состоит только из ашек. Теперь нужно распознать равенство. Нам могла прийти буква Б. Сейчас пустое слово не распознаете. С пустым сейчас разберемся. Если я здесь поставлю крестик, наверное, не будет никаких проблем. Так, окей, значит. Распознаем случай АВМной БВМной. Если приходит Б, она снимает А со стека. Оставшийся Б тоже снимают А со стека. В самом конце доллар ничего не делает и завершает работу. Кажется, все. Значит, пустое слово распознается здесь. Если АВМной, БВМной, М больше нуля, здесь накинем А большие, здесь одну снимем, оставшиеся снимем здесь, если они были, дочитаем до конца. Если слово из одних ашек, здесь его начитаем, здесь пойдем сюда по концу строки, здесь очистим стек. То, что у нас, возможно, не все ашки дочистятся, как мы это понимаем. В смысле, не все ашки дочистятся? Ну, вот мы пошли по доллару, у нас стек еще буква А больше оставается. В конце будет не пустой стек, автомат не принимает слово тогда. В общем, первую часть доказали, нужно доказать вторую, что без конца строки автомат не принимает. Так, для второй части нам понадобится лемма. Значит, лемма. Пусть из какого-то состояния Q, начиная с какого-то слова U, с какого-то стека альфа мы приходим в какое-то состояние Q1. Ну, на стеке что-то, на стеке остается эпсилон, то есть на входе остается эпсилон, на стеке остается какая-то гамма. Дальше, что еще возможно? Из того же состояния Q по слову V и по тому же стеку альфа мы приходим в какой-то Q2, на стеке тоже ничего не остается, ой, на входе ничего не остается, на стеке остается это. То есть, короче, есть два перехода, которые начались с одного и того же стека и прочитали два разных слова. Значит, первое. Если U является префиксом V и U не равно V, то, значит, я обозначу первую последовательность переходов через D1, вторую через D2. То D1 префикс D2. То есть, если мы читали два слова, из которых одно начало другого, притом собственное, то мы сделаем все те же переходы, которые были при чтении первого слова, и потом доделаем оставшиеся. Второе. Если U равно V, то D1 префикс D2 или D2 префикс D1. То есть так, у леммы нет доказательства, потому что она... Потому что оно следует из определения. Я это сейчас проговорю, почему оно следует. Значит, у нас
есть две последовательности переходов. Одна читает U, вторая читает V. Поскольку U является префиксом V, то до какого-то момента чтение идет... Чтение идет одинаковое. Значит, да, конец строки не содержится в U и V. Значит, до какого-то момента чтение идет одинаковое. Хотя нет, это даже не нужно. Извините, это не нужно. Значит, до какого-то момента чтение U и V идет одинаково. Они не могут нигде разойтись, потому что если они где-то разошлись, это значит, что у нас в одном и том же состоянии возможно два разных перехода по одним и тем же условиям. А у нас нигде невозможны два разных перехода по одним и тем же условиям. Это бы означало, что у нас есть конфликтующие переходы. То есть поскольку у нас нет конфликтующих переходов, то вот эти две последовательности переходов одинаковые, пока одна из них не закончится. В первом случае, поскольку одно слово короче другого, понятно, что сначала закончится первое, а вторая еще продолжится. Во втором случае, поскольку два слова равны, то непонятно, какая закончится раньше, но вот та, которая закончилась раньше, и будет префиксом. Короче, здесь просто утверждается, что если мы читаем одно и то же, то мы и читать всегда будем одинаковым образом, поскольку автомат детерминированный. Так, теперь вот этой леммой, которую я только что доказал, ну, надо написать формальное доказательство, следует из определения детерминированности. Так, второе, что без домера, значит, доказываем, что без конца строки не распознается. Почему? Рассмотрим все слова вида авкатой, принадлежащие L. По принципу Дирихле. Таких слов бесконечно много, состояние конечное число. Существует Q из F. Существуют M и N, неравные друг другу. Такие, что изначального состояния по U, по пустому стеку, U это АВМной, в общем. Из начального состояния по АВМной, по пустому стеку, мы приходим в Q, снова прочитали, стек пуст. Из конечного, изначального состояния по АН, стек пуст, приходим туда же. Окей, это мы написали. Просто написали определение того, что слова принимаются. Теперь нужно где-то сыграть на детерминированности. Значит, также, поскольку АВМный, БВМный лежит в языке, мы получаем, что существует Q1 из множества завершающих состояний. Такое, что из Q0 АВМной, БВМной эпсилон достижимо Q1 эпсилон эпсилон. Да, здесь скажем, что M и N не равны нулю. Это, естественно, можно потребовать, потому что положительных чисел бесконечно много. Значит, мы получили, что по АМБМ тоже можно дойти до завершающего состояния. Это правда. Теперь пользуемся той леммой. По лемме этот переход содержит в себе вот этот. Потому что АМ — это префикс АНБМ. Соответственно, Q0 АМБМ в начале попадает в Q0, остается только BM
стек пустой, а потом попадает в Q1 эпсилон эпсилон. Замечательно. Что нам это дает? Значит, отсюда следует, что из пункта 2 мы получаем, что если мы захотим прочитать АВМной и БВМной, которая не лежит в языке, что с нами будет? Мы вначале его прочитаем ровно так же, как читали в 2. Из Q0 останется только BM, эпсилон. А потом дочитаем ровно так же, как читали здесь. И что получилось? Что слово АВМной, БВМной дошло до совершающего состояния, а оно в языке не лежит. Противоречие. То есть, что получилось? Что поскольку у нас автоматах пути детерминированные и завершаемся мы по пустому стеку, то мы можем прокручивать трюки, похожие на те, которые мы делали в конечных автоматах, когда доказывали, что там АВМ-ный, БВМ-ный не распознается. То есть на самом деле как бы идея доказательства через принцип Дирихлея, через склеивание двух путей, это в точности доказательство того, что АМ-ный, БВМ-ный не автоматный. Но здесь из-за детерминированности оно сгодилось и для более широкого класса автоматов. Окей. Соответственно, из этого следует, что детерминированные автоматы с магазинной памятью нужно рассматривать только с концом строки, чтобы распознать больше языков, в частности, тот, который сейчас приведен. Но когда мы вводили обычные автоматы с магазинной памятью, мы сразу сформулировали как очевидную лемму о том, что там можно читать по одной букве за один шаг, можно на стек класть по одной букве, удалять по одной букве и все такое. Здесь... Да. Q... Просто... Нет, вот здесь Q согласен. Не-не-не, все то же самое, только здесь Q. Спасибо. Так, в общем, мы хотим сейчас как-то детерминированные автоматы с магазинной памятью сделать более простыми. То есть сказать, что в них там будем читать мало букв, мало писать на стек и так далее, чтобы каким-то теорем доказывать. Но мы не можем так же смело резать переходы, как в обычных автоматах, потому что может полететь детерминированность. Поэтому нужно доказывать аккуратно. Значит, теорема. Любой ДМП-автомат можно привести к виду, содержащему только переходы, Q1 U альфа, стрелка Q2 бета, где длина U плюс альфа не превосходит единицы. То есть мы за один шаг читаем либо символ слова, либо символ стека, либо не читаем ничего. В случае обычных автоматов эта лемма получалась практически бесплатно. Здесь ради нее придется постараться, но не сильно долго. Значит, доказательства. Индукция по числу переходов, нарушающих это условие. Если таких переходов нет, значит все доказано. То есть база индукции очевидна. Есть. Что?
Да, мы хотим, но не совсем по одному, мы хотим уменьшать их количество. Там, может, кажется, за один шаг и больше одного выкинется. Но да, по сути, выкидывать по одному. Если их нет, все доказано. Если есть, рассмотрим какой-нибудь такой переход. Значит, если есть, рассмотрим произвольный. И попробуем выкинуть. А как будем рассматривать? Ну, нужно сейчас попытаться у этого перехода отрезать какую-нибудь букву и укоротить его таким образом. Сейчас даже нет. Индукция не по числу таких переходов. Сейчас напишу, почему индукция не совсем по числу. Значит, назовем величину максимум из длины u плюс длина альфа минус 1 и 0 избытком перехода. Индукция по сумме избытков всех переходов. Опять же, если эта сумма 0, значит ни у одного из переходов нет положительного избытка, значит везде выполняется неравенство, которое в лемме, значит все хорошо. Которое в условии, поэтому, значит, с базой индукции все по-прежнему хорошо, но индукция по сумме избытков всех переходов. Так, шаг индукции, рассматриваем произвольный переход. Значит, разберем случаи. Ну, как бы мы хотим этот переход преобразовать, и нам нужно убедиться, что он ни с кем не конфликтует. Значит, первый случай. Вот мы зафиксировали вот этот переход, вместе с ним зафиксировали состояние Q1. Значит, для любого Q1 V гамма стрелка Q3 это из дельта, верно, что V не пустое. То есть разбираем первый случай. Все переходы, которые ведут из того состояния, с которым мы сейчас работаем, они читают хотя бы одну букву из входа. Что мы тогда хотим сделать? Мы хотим отрезать первую букву, прочитать ее отдельно, а потом убедиться, что никаких конфликтов не возникло. Значит, что мы делаем? Введем новое состояние. QA, где A элемент сигмы. То есть мы перебираем все первые буквы тех слов, которые читаются в данном состоянии. И заменим переход Q1 А какой-то X гамма стрелка Q3 это на Q1 А эпсилон стрелка Q3 эпсилон. Ой, стрелка QA эпсилон и QA X эпсилон стрелка Q... Нет, не эпсилон, гамма. QA X гамма стрелка Q3 эпсилон, Q3 это. То есть, говоря русским языком, мы просто отрезали первую букву у того, что читаем с входа. А все остальное, то есть оставшиеся буквы из стек, прочитали на втором шаге.
Значит, что мы сейчас можем заметить? Что в состоянии Q1 конфликтов нету после такого преобразования. Потому что там каждый переход читает со входа свою букву. Новые конфликты могли возникнуть в состоянии QA. Заметим, что если в QA X1 гамма конфликтует с X2 гамма штрих, то раньше в Q1 тот переход, из которого они получились, то есть AX1 гамма, конфликтовал с AX2 гамма. А это противоречит детерминированности. То есть мысль такая, что если у нас в QA есть два конфликтующих перехода, то, эти переходы они раньше вместо X читали AX. Если X1 является префиксом X2, значит AX1 является префиксом AX2. Следовательно, и стек у нас просто тот же самый. Следовательно, если у нас сейчас есть конфликт между входом и стеком одним, входом и стеком другим, то и раньше был тот же самый конфликт. А раньше их здесь, раньше их быть не должно, поэтому у нас сохранилась детерминированность. То есть, значит, что получилось? Детерминированность мы сохранили, а у вот этого перехода мы от U отрезали первую букву, следовательно, уменьшили его избыток. Значит, избыток уменьшился, конфликты не появились, можно применить предположение индукции. Окей. Значит, шаг индукции разобрали первый случай. Когда все переходы читают что-нибудь со входа. Сейчас, где в правом? Новые состояния. Мы для всех букв алфавита введем новое состояние. Так, дальше. Второй случай. То же самое, но для стека. Для любого Q1 V гамма Q3 это верно, что стек не пустой. Со стека читается не пустая последовательность символов. Верно, что длина гамма больше нуля. Аналогично. Ничего не изменится. Отрезаем верхнюю букву стека и по ней кидаем в новое состояние. С заменой входа на стек все то же самое. Третье. В третьем случае неверно ни один, ни два. Значит, есть разные переходы. Первый из них читает пустой стек, второй из них читает пустой вход. Значит, первый читает пустой стек. Q1 U эпсилон, стрелка Q3 это. Второй переход. Q1 эпсилон гамма, стрелка Q4 это штрих. Эти два перехода конфликтуют. Если я могу прочитать U, я могу прочитать эпсилон. Если я могу прочитать гамму, я могу прочитать эпсилон. Ну, то есть, значит, они конфликтуют, противоречия. То есть случай 3 невозможен. Случай 4. А есть переход Q1 эпсилон эпсилон, стрелка Q3 это. Значит, откуда он взялся? Точнее, откуда взялось Q1? Q1 взялось из того, что в нем есть плохой переход. Заметим, что вот этот переход конфликтует с вот тем исходным.
Значит, этот переход конфликтует с исходным. Он вообще с любым переходом конфликтует. Окей. Ну, все, мы разобрали все случаи. Давайте еще раз убедимся, что мы разобрали все случаи. Значит, какие случаи возможны? Бывают все переходы с непустым входом, все переходы с непустым стеком, случай 3 неверно ни то, ни другое. Значит, на что распадается ни то, ни другое? Есть переходы с непустым входом, с пустым входом и пустым стеком, но они разные. И есть переходы с пустым входом и пустым стеком, но это одно и то же. Если они разные, они конфликтуют друг с другом. Если это одно и то же, он конфликтует с исходным переходом, про который мы предположили, что он есть. Следовательно, у нас ни случай 3, ни случай 4 невозможны. Случай 1 мы разобрали. Случай 2 симметричен случаю 1. Значит, во всех случаях мы либо уменьшаем избыток, либо показываем, что этот случай невозможен. Значит, лемма доказана. Получается, что любой детерминированный автомат с магазинной памятью мы можем привести к относительно простому виду. Так, что осталось? Так, формулировка леммы у нас там, значит, стираю здесь. Осталось из этой теоремы вывести одно следствие, и закончится лекция. Следствие. Любой ДМП-автомат приводится к ДМП-автомату с хорошими переходами. Сейчас напишу, какими. С переходами вида. Q1 у альфа, стрелка Q2 бета. При этом длина U плюс длина альфа не больше единицы, то есть в точности предыдущая лемма. Длина альфа плюс длина бета равна единице. Так. Значит, доказательства. Воспользуемся предыдущей леммой. Нужно, значит, предыдущая лемма нам дает первый случай, но не выполняет второй. Значит, плохие случаи первое. Длина альфа плюс длина бета больше единицы. Поскольку у нас выполняется условие 1, значит, отсюда следует, что длина бета, значит, поскольку длина альфа не больше единицы, из этого следует, что длина бета точно больше нуля. Что будем делать? Будем писать символы на стек по одному. Ну, то есть стандартная конструкция. Введем новые состояния, и на первом шаге только считаем альфу со стека, а символы из бета напишем по одному на следующих шагах. Это, понятно, никак не повлияет на детерминированность, потому что то, что мы пишем на стек, на детерминированности никак не сказывается. На детерминированность влияет только то, что мы с него читаем. Значит, второй плохой случай. Длина альфа плюс длина бета равна нулю. А что здесь можно сказать? Заменим этот самый переход Q1 X Epsilon Q2 Epsilon на новый переход, который положит на стек какую-то ненужную вещь, ну, в какой-то куб с волной, положим на стек Z. И сейчас скажу.
И в новом состоянии этот Z уберем. Значит, какой смысл в этой бесполезной деятельности? Какой смысл в этой бесполезной деятельности был раньше? Мы, когда приводили MP-автомат к CS-грамматике, мы рассматривали только автоматы, в которых выполняется вот это равенство. Значит, если сейчас мы за ним гонимся, мы снова хотим DMP-автоматы привести к какому-то хорошему классу CS-грамматик, конкретно к однозначным. То есть вот это сделано ровно для того, чтобы пользоваться тем, что автомат делает всегда либо push, либо pop со стека, и просто приводить автомат к CS-грамматике. Не возиться с эпсилон шагами на стеке. Так, окей. Собственно, сегодня время, кажется, стекло. По этой лемме понятно, что мы готовимся DMP-автоматы приводить к каким-то хорошим грамматикам, а именно к однозначным. Но этим мы и займемся в следующий раз. На сегодня все. Тут опечатка. Z снимается со стека, а не с входа. Спасибо.